И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И это все так же мод Ark Commas Alive. Кстати, сразу вы будете спрашивать, я знаю, вот название сервера. Ищите как хотите, как говорится. Потому что я его нашел тупо в поисковике по... То есть я искал PvE и искал... Не то. И искал по названию Commas. Commas Alive, то есть, собственно, PvE и Commas Alive. Либо просто Alive. Ну, я искал по Commas. Commas, наверное, правильно, господи. Собственно, пока я нахожусь снаружи, как видите, я поставил себе тень. Давайте сразу же покажу вам настройки. Все поставил среднее, кроме сглаживания. Сглаживание меня бесит, оно мыльное. Чтобы включать сглаживание, нужно текстуру включать на максимум. Тогда все будет кайф. Вот. Еще также мне никто не подсказал, мне никто не помог, хоть я и просил. Но, в общем, я сам до этого допетрил. Вот такие вот штуки выстроил. И, как видите, с самого низа до самого верха у меня стоят... рампы. Да, нужно будет еще пониже сделать, чтобы вот этого вот такого зазорчика не было. Ну, я думаю, потом мне это уже не пригодится. В том плане, что такой зазорчик будет нормально закрытый. Сразу же покажу своих динозавров. Вот он, птерчик. Собственно, здесь у меня было как... Адзака притомил себе на Мишаню, потом он вышел, Мишаню мне дал немного там ресурсов, кое-какие ресурсы были. Вот, так сказать, я когда выходил, я ему оставил, то есть я как, моя была первоначальная задача. Я построил маленькую халупу, поставил там печки, поставил переплавить металл и говорю ему, вот, короче, мой дом, заходи, ресурсы, короче, используй как хочешь. Все. Я пошел отдыхать. Пришел, он то же самое примерно сделал, дал мне Мишаню и говорит, все, я пошел отдыхать. Короче, он вышел из сети. Ну и все, в общем, короче, он оставил свой домик здесь. Кстати, мы уже здесь еще сегодня поиграли, как бы все нормально. Сейчас все объясню. Вот он, кстати, летает. Как видите, да, уже летаем на альфа-чах, то есть альфа уже есть. Суть дела в чем? В общем, Мишаней я притомил себе вот этого бронтача. Сначала притомил Харвест, а потом... сейчас сразу напишу. Съемким. Отлично. Съемким. Притомил сначала Харвест бронтача, а потом нашел вот этого эксплойт бронта. Так, садись, мол. Вот, как видите, я ему вкачал здоровье до 3 лямов. Посчитал, что это ему вполне достаточно будет. Урон ему вкачал и скорость передвижения до 400. Вполне так достаточно. Ну, я дальше думаю ему вкачивать немножечко скорость передвижения, чтобы он был побосяве побыстрее. Тем более он только, можно так сказать, начался вкачивать. И такого вполне нормально. Поставил такую платформу, 3 фундамента, 2 по краям это крыши. Мне, кстати, с тенями просто кайф играть, я вам так скажу, просто кайф играть. Сейчас просто тень поставил перед записью, думаю, ёптель-моптель, какой кайф играть. Вот, и, собственно, стенки, чтобы у меня птерчики мои туда залетали как положено. Этого птера я поймал сам, этого птера я поймал с помощью мишани. Этого патча я на всякий случай поймал тоже мишаней. И все. Это я уже, кстати, Харвис, как там, господи, Колобок, короче, Дедикурус, был 600-й левел, я решил его поймать, просто делать нефиг. И, кстати, вот у него получается 20 тысяч веса, кстати, перебором, слишком много не надо было, 150 практически здоровья, сейчас скачаем урон, чтобы он добывал лучше. Добывает он, скотина, только камень в сраном количестве. Даже с металлических камней. С металлической руды. Блин, нет, ну это кайф играть с тенями. Так скажу, это кайф, реально. В общем, этого я загоню, наверное, туда куда-нибудь наверх, чтобы цветочки добывал. Пригодятся, я думаю. Вот этого Карна мне Адака подогнал. Он сейчас стоит на страже. Того Мишаню, который был изначально Адзака, всрал. Того, которого я сам себе томил, я всрал. Сейчас у нас новых 3 мишани.
он мне притортал вот этого одного, то есть он как, он на альфа-птере притаскивал, я оглушал с помощью карна, и, собственно, вот так троих мишаней мы затомили. У него самец-самка, я ему отдал двоих, он хочет плодить их, так что пускай занимается этим, мне и одного хватит. Вот, и, собственно, на этом все. У него там свои динозавры, у меня, как говорится, свои динозавры. Вот. Платформочка у меня для того, чтобы переезжать. И все. Альфачей я пока что не разводил. Собственно, сегодня, судя по названию, вы, я думаю, догадались, что мы будем делать. Именно выводить альфа динозавров. Я поставил вот такую печку себе. Налутал сраного тучи металла, поставил, включил ее, как говорится, и пошел спать. Вот, поспал часа три. Ну и хватит, как говорится. Вот, и, собственно, сел снимать. Вообще, сегодня неохота было ничего снимать. Вот это, после вот этого вот говна, которое творилось на предыдущем сервере, мне, честно, неохота было играть. Потому что такое ощущение, как будто вам в целом всем плевать, что да как происходит, вам, не знаю, как будто бы у вас у всех желание... Да, это я просто сейчас обобщаю, вот. Как будто бы у всех желание просто тупо насрать в душу, грубо говоря, и закосячить сезон и все в таком духе. В общем, можно так сказать, и Адзака примерно понимает, что нужно для того, чтобы снимать сезон. Но и даже он половина не знает того, что требуется для того, чтобы хоть как-то снимать сезон и серии. Вот, я сейчас вам просто показываю лут и заодно рассказываю, что да когда где. Здесь у меня тоже лутецкий лежит. Вот это, кстати, Асадина Смонер, это Адзака притортал. Не знаю, что за фигня, разберемся потом. Вот, здесь у меня лежат седла разные, инструменты разные лежат, оружие, броня, всякие чертежи, и как минимум 90%, да нет, наверное, 95% всего вот этого говна, это все я сам нашел, да. Я всю ночь играл, потихонечку, не торопясь, смотрел видосики, стримчанские записи, и на тех, кого я подписан, и, собственно... страдал фигней. Вот, вот такое вот седло для Кицаля нашел. Причем нашел я его в подарке от Санты. Вот такой вот сет нашел, причем в заброшенном доме. Вот, немного ресурсов я находил и так далее. В общем, печка жарит, все хорошо. Как видите, ресурсы тянутся. Давайте построим сразу же ДНК 2000. Собственно, эта штука и требуется для того, чтобы создавать альфачей. Сразу же скажу, что вам нужно делать. Так, окей. Наступила ночь. И мафия выходит из сумрака. Вот. Суть дела в чем? Находите альфа, усыпляете альфа, либо сбиваете альфа, то есть убиваете, но не сжирая труп. Залазите к нему в инвентарь, и там вы будете видеть единственный, собственно, только предмет. Блин, не, надо стоять. Гамма. Три. Вот, там вы будете видеть единственный предмет. Извиняюсь сразу за яркость, просто я хочу сразу же все мысли рассказать, которые у меня есть в голове. Вот такой вот альфа, допустим, вот тут написано альфа, да, Арбир. То есть это альфа-медведь, альфа-спина, альфа-бигфут. То есть это этот... Мегаптек, ой, гигантопитек, альфа-карна, как видите, уже три штуки, и альфа-террор-мёрт, а, еще альфа-птер, нам было три, и один я отдал от Зака, ну, собственно, он мне отдал альфача, вот, такие вот дела, он даже двоих отдал, так сказать, неудачные эти, неудачные выпуски, можно так сказать. Так, кстати, когда вы будете лутать, шансом будет, допустим, вот в Медведе, в Аргентависе, будет шанс найти, то есть вы когда заглядываете к нему в инвентарь, у него там будет рецепт, рецепт нельзя вытащить, рецепт на то, чтобы, как же, на то, чтобы сделать из альфа прайма. Сразу говорю, прайм это просто ядрить какой козел. Я
пытался, собственно, как я своего Мишаню просрал, так выйду, чтобы это не слишком ярко было. Как я просрал своего промача, ой, альфача. А все легко и просто. Так, вот это выкинем, так вот это заберем. Вот это все выкинем. Чтобы заспавнился новый. Как я. Ой, альфача, господи, как я просрал своего Мишаню. Ядовитого Мишаню. Все легко и просто было. Я напал на Прайма. Прайм начал просто меня раскатывать. Моего Птера по 20 тысяч дамажил. Я не ожидал такого дамага. Я думал, он в два раза мощнее альфачей. 4. Потому что альфа Мишаня такого же левела, даже меньшего, о, большего левела, бил по мне около 5000. Прайм же 20-ку всаживал. Молодец. Ну, не в 4, может в 3. Хорошо, в 3, допустим, в 3 раза мощнее оказался. Ну, по крайней мере, дикий. Вот, в общем, заходите к нему в инвентарь, там будет рецепт. Для того, чтобы создать этот корм, вам нужно ДНК. Ну, собственно, ДНК у него и будет валяться. Кстати, вот так примерно и будет выглядеть все это дело. Я мясо выкинул, вот лошар, мне бы переместить к себе. Я его просто тупо выкинул. Вот, так вот ДНК и будет валяться. Ну, понятно, дело, допустим, медведя убили, ДНК медведя и будет валяться. Вы можете забрать его, но если там есть рецепт, вы можете это же ДНК использовать. Но для того, чтобы создать этот предмет, вам нужно 30 таких сердец. 30 альфа-сердец. Давайте сразу заберем. На этом сервере была такая проблемка. Здесь очень плохо спавнились цветные динозавры и альфа-динозавры. Но! Вы прикиньте, но! Я перед съемкой думаю, лучше отдохну, и вот перед этим самым отдыхом с Адзака говорим, обсуждаем то, что блин, сервер прикольный, все нормально, все хорошо, единственный, конечно, косяк то, что сотый левел всего лишь у персонажа. Вот. Но, опять-таки, смотрите, по сравнению с предыдущим левелом, здесь 600-й левел максимальный у динозавров, это круто. О, полетел. Проснулся, полетел. Вот, и суть дела в чем? Мы обсуждали то, что если что, нужно будет просто с сервера сваливать. Как говорится, найдем нормальный сервер, будем сваливать. Да, я сейчас сырое мясо жру, потому что у меня здоровья дофига. А вот, блин, лошара. Вот, а вот мясо, но еды что-то я... Забываю постоянно все взять, ну как бы там немножечко хпшечка отнимется, это все фигня, там вроде 50 всего лишь отнимется из 1000. Кстати, надо будет сделать сброс, я не знал, что есть всего лишь сотка максимальная, и немножечко раскачать по-другому, например, урон ближнего боя сделать побольше, стойкость соточка, здоровье поменьше, возможно, выносливость я сделал всего лишь 300, 300 будет вполне достаточно, вот, и так далее, то есть, ну, подраскидаю немножечко и нормально сделаю, вот, ну, для начала я раскидаю инграммы и хотя бы буду примерно знать, на что я буду рассчитывать. Модов здесь странного туча, кстати, есть вот такой вот нуб бокс, его можно изучать хоть когда. Давайте я сейчас сразу же вам покажу, я же вам еще на этом сервере ничего не показывал. Есть такая штука, такой мод прикольный и... Так, маленькие пролаги. Это все фигня. Сейчас я вам покажу. Вот он, ну бокс. Их можно делать с рановой тучи. Их можно делать с рановой тучи, и это вам поможет поначалу. Это просто реально нубокс. Это просто кайф. Смотрите, заходим. Красные инструменты сразу же. Фулл металлический сет, короче. И это, кстати, вот все, что вы сейчас видите, это еще, ну, так себе, короче, сет. Потому что может попасться намного лучше, нежели вы сейчас видите. Кстати, это какой-то не детонатор, это какой-то типа для поиска динозавров, но я как бы сильно об этом не заморачивался. Вот, так, это разрушить. Убираем это хлам, чтобы он здесь не мешался. Так, сейчас сразу же все это выкину. Чтобы он реально не мешался и... Ну, не мешался, короче, чтобы. Вот. Требуется всего лишь 25 дерева, я же вам не показал. Требуется всего лишь 25 дерева. Из 25 дерева вы можете получить full set и... то есть full set брони. И металлические инструменты сразу же. Так сказать, без лишнего раскачивания и создавания.
Так, давайте сразу же попробуем поставить. Судя по всему, ставить можно только на прямой поверхности, учитывая, что Адзака поставил только там. Поэтому сейчас я буду искать прямую поверхность. Прямая поверхность здесь, конечно, очень проблематична. Да ладно, а чего он не мог поставить нигде? Ну ладно. Заглядываем вовнутрь. Здесь есть инструкция. По-английски. Но! Единственное, что вам нужно знать из этого всего, сейчас я вам покажу. Во-первых, нужно это самое ДНК. ДНК альфа. Именно того, которого вы хотите выращивать. Ой, извиняюсь, тут слишком ярко. Ой, ярко! И свет, яркий свет! Вот. Во-вторых, вам нужно сраное... А, ну ничего, на туре, господи, возьмет. Сколько возьмет, столько возьмет. Блин, он меня пугает. Вам нужно прайм мясо. Именно прайм мясо. Закидываем альфа ДНК и закидываем 1000 первосортного мяса. Вот, ну там приблизительно 1000, короче. Ну, так. Hungry. А, он еще там типа 10% голоден будет и так далее. В общем, нажимаем старт прогрессинг, то есть просто тупо на Е. И мы тут уже что-то видели. Точнее, я что-то видел, сверху капнуло. Так, давайте смотреть. 1%. Так, давайте я его вот так нажму. Вот он! Смотрите, вот он, малыш появился. Это вот плевочек, это и был малыш. И смотрите, он постоянно вырастает. Он постоянно растет, 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 растет. И суть дела в чем? Так, опять Backspace, да, правильно, Backspace он называется. Суть дела в чем, пока идет этот процесс, он растет. Ну и, понятное дело, тратится прайм мясо. Видите, ДНК сразу же исчезла, и сразу же тратится прайм мясо. Я думаю, он будет сразу же хотеть жрать. Кишка был еще тот, я думаю. О, кстати, а же это Мишка. А Мишка он хавает и еще и ягодки. Нет, ладно, не будем его мучить ягодками, давай возьмем мясо. Ну, ёптельмоптель. Вот, как вы видите, лутецкий падает просто на ура. И, не, реально, меня очень прикольнуло. Ну, мы до этого обсуждали. Сервер вроде бы не русский, потому что администратор говорил все не по-русски. То есть, как бы общался и так далее. Ну, по крайней мере, в чат писали не по-русски. И после того, как мы пообсуждали то, что, ну, типа, сервер, если что, сменить и так далее, то после того, как я отдохнул, то сразу же стало все нормально. Ого! Альфа Дербир, 480 левел. Офигеть. Я вам открою секрет, это офигенно как хорошо. Это офигенно как хорошо. Это нехилый левел, я вам так скажу. И неплохо. Учитывая, что Адзако очень сильно матерился на то, что ему попадались там 80-е левелы, птерчики и так далее, то мне очень даже сильно повезло. Это надо скотину какую-то убить. Шире, натыре. Слышь, ограбил ты меня. Отдай мою фляжку, скотина. Кстати, с ними тут такая история. Видите, фляжка. Она у меня всегда лежит в последнем слоту. И чтобы... Опять показалось. И чтобы вас не крали какой-нибудь хлам, в последний слот ложите какое-нибудь говно. Ну, допустим, давайте кожу положим. Так вот это убираем. Кожу можно? Нельзя. Ну, давай, мясо точно можно ложить. Так, разделю. Оп. Мясо точно можно ложить. То есть... Да. Когда я находился на птере, он крал у меня только фляжку, потому что фляжка у меня была в последнем слоте. И все, вот на весь секрет. Кстати, труба это просто кайфово и добавляется, то есть здесь модом добавляется. И как видите, она показывает сколько количество ХП. То есть мало того, что левел, полное название, и еще показывает к тому же она в радиусе. Вот, к примеру, видите, да? Опаньки. Опаньки. То есть, когда на кого-то наводишься, он вокруг показывает все характеристики. Конечно, не показывает он именно томлением, но да ладно, точнее торпорчиком. Есть еще вот такая вот труба, так сказать, обычная труба, но, как видите, с помощью нее нельзя заглянуть вовнутрь.
Здесь нету фит? Окей. А, так его еще кормить надо? Слышь, алё, блин. Я же случайно мясо положил в последний слот. Нифига себе, обнаглели, что ли? Вот ты срач в натуре. Это говно в 3 раза больше тебя, если не в 5. Нифига себе ты срать. Вот же в натуре. О, опять кормить. Офигеть, его надо стоять тут кормить. Ёптель-моптель, я ж откуда знал. Я просто случайно поставил. Давайте какашку соберем. Я хочу какашку собрать. А, ну вот так можно посмотреть. Если немножко прокадает такая система, то если у вас получится, то... то вы можете посмотреть вот так вот, так сказать, вблизи подойти. Но опять-таки же, если это проканает, а что это так? Свет проходит. Ладно, окей, продолжим дальше кормить. Кстати, да, вот здесь еще есть удерживать типа функцию. Это ничего не дает. Посмотреть в инвентарь, подобрать сам предмет, разрушить предмет и остановить процесс. Ну, остановить процесс, разрушить и так далее, вы так прекрасно знаете. А в инвентарь можно зайти через F просто тупо. Так что это тоже не проблема. Вот, ну, это так, для общего развития, мало ли вдруг непонятно. О, опять кормить. Хм, прикол. А я не знал. Я реально не знал, что надо кормить. Я реально кормлю его мясом с этого слота. Вот ж в натуре. А я-то и не знал. Вот и вы знаете теперь. Не, ну нифига ты обосрался опять. Прям конкретно. И смотрите, он в крови, то что у него здоровье... А, нет, подождите, здоровье не поднимается. Это просто такой спрайт. Либо мне так виднеется. Ну окей, дальше кормим и ждем. Я хочу примерно засечь, ну примерно засечь, сколько по времени это все займет, весь процесс вот этот, выращивания. Так, ну что, уже 60%. И из личных наблюдений я заметил то, что не... это тратится, а вот это тратится. Все-таки. Вот, и тратится на каждые 10%. То есть, без разницы, что вы делаете, самое главное, подходите каждые 10% сюда. И все. К примеру, я вот хожу здесь и зачищаю территорию. Почему бы и нет? Это и серверу разгрузка. Хотя бы маленькая, но разгрузка. И мне разгрузка. Точнее, моему компьютеру. Хотя бы маленькая, но разгрузка. Вот. Ну и также я не вдупляю тупо в экран, а делаю хоть что-то. И это хоть какое-то разнообразие. Кстати, на этом сервере люди играют. Я замечал, есть дома, которые недавно посещали. Есть дома, которые сегодня посещали. Вот. Понять это легко. По динозаврам. То есть, когда ты перезаходишь на сервер, то твои динозавры, то есть статуса... линия сбрасывается. Сейчас, ну ладно. Сколько здесь процентов у меня? 65%, окей. Сейчас добегу до динозавров от Зака, и я вам это продемонстрирую. Алло, блин, ты уже разбежался куда-то? Так, ну-ка. Уплыл уже. А, вот ты куда уплыл. Убежал. А, ты просто разгрузился. Вот, видите, статус. То есть, он 10 минут назад с ними контачил. То есть, когда ты перезаходишь на сервер, то есть заходишь обратно, то этот статус обнуляется. У построек он работает по-другому, а вот у динозавров он сразу обнуляется. И по новой 8 дней. Вот, стоило тебе только зайти на сервер. Вот, поэтому как бы... О, какой он большой, ты смотри-ка стал уже. Прям конкретно большенький. Большой мишенька. Большой мишенька. Вот, сейчас смотрите. 70% будет и пресс-то-фит будет. Ну, давай. Пресс-то-фит. Пресс ед фит. Опаньки. И каждые 10% он увеличивается в размере. Прям конкретно. Ну, сами все видели. Кстати, 10% вы сами видели, сколько прошло. То есть, минуты 3 10% проходит. То есть, примерно около получаса он растет. Ну, не получаса, я думаю, минут... минут 20, наверное, не больше он будет расти. В целом, с нуля... Точно я уже сказать честно не могу, я сбился со счета, я забыл начало посмотреть, сколько было времени. Но в целом по 10% можно засечь. Кстати, почитайте, да ладно. Ты уже там что, виверн что ли глушишь? Нет, это не ты виверн глушишь, это виверна тусуется здесь, недалеко. Это фигово. Надо будет ее отгонять. А у меня здесь мешание растет. Ну ладно, посмотрим.
Что получится? Так, ну и последние 10%. Давайте уже проведем их все вместе здесь. И заодно я точно засеку время. Так сказать, хотя бы по таймеру по записи. На записи. Посмотрим, что да как. Матриц. Бери. Да, это Адзака там пытался в ловушку, я думаю, куда он ловушку-то погнал. Это Адзака пытался Виверну в ловушку загнать, чтобы легче было оглушить, как я понял, ДНК достать, наверное, и так далее. Либо притомить, я так и не понял, что там за Виверна была, и да и фиг с ней. Ну вот, у нас тут свои пока что проблемы. Вот, в целом неплохо, пока что время идет. 45 секунд 4%. Ну, примерно 50, может, секунд 4%. Окей, это... Ну, неплохо, неплохо. Полторы минуты. Да, минута это 5%, 2 минуты это 10%. Соответственно, 20 минут это весь процесс. Самое главное, каждые 10, то есть каждые 2 минуты подходить сюда и нажимать буковку Е. Press X to win, да? В общем, каждые 10, ну, каждые 2 минуты подходить сюда, чтобы нажимать кормить. Вот, ну и не профукать момент. Вот, как видите, уже с моего, то есть он уже потратил практически 1000. Было 1128, если их я не ошибаюсь. А я могу ошибаться и в легкую прям ошибаться. Вот. Кстати, вот мои инструменты. Если кому интересно, так сказать, мимолетом показал. Название трубы, название второй трубы, серп, обычная труба. Ну и все. Ну, чтобы было интересно. Ну и здесь, как бы, вот они простые, обычные, как бы ничего такого сверхъестественного. Так, опаньки! Вы приручили Альфа-Ча. А где ты, Альфа-Ча? Ага, наверху он был. Он появился наверху. Отлично. Все. Вот он. Да ладно. Вот про что я говорил. То есть, по сути, ничего не нужно делать. Вы просто в него вкидываете, и он становится... То есть, не надо хавку делать. Или мне повезло? Но, собственно, вот он, Prime Deer Beer. 10, 30 альфа-сердец и альфа-бигфуд ДНК. То есть непростое, это как кибл. То есть здесь альфа бигфуд ДНК нужно. Вот оно как. Ну окей. С этим мы как-нибудь потом разберемся. Так, Мишанька, пошли. Говорю, пошли за мной. Пошли за мной, у меня там есть седло для тебя. Красивое такое седло. Стоп. Так. Седло. Так, не то, не то, не то, не то. Ди. А, у меня только одно седло. Отлично. У меня же только одно седло. Или здесь тоже есть? Просто у меня по разным местам все раскидано. Поэтому как бы мало ли. Ну ладно, хотя бы одно седло и на то хорошо. Текс. Сразу седлецо. О, кстати. Сразу же хавку закинуть надо. Отлично. Давайте смотреть дамаг. Сразу же с нуля, который у него. 11 тысяч дамага. Я считаю, что это вполне нормально. Это обычная атака. Но, если я буду бить лапой. Бэм. 12. 1, 2, 3. 2, 1. Пирамидка. О, как видите, все довольно-таки легко. Здоровье у него сраного туча, выносливость у него сраного туча, кислород может плавать спокойно, еды можно не кормить очень долго, веса вполне предостаточно, урон в ближнем бою, скорость я не вижу смысла мишаням качать. Почему? Да, они медленные, но стоит немножечко разогнаться мишаньке. И попробуй-ка его догони, однако. Вот, ну, собственно, мишанька-то и нужен, чтобы по суше бегать. Бам! О, он также собирает. О, это Харвест. Алё, блин, все, давай уже. Это Харвест Страйк оказался, я думал, обычный. Добывает он так же ресурсы, как и обычный медведь, это круто. Не ожидал.
так сказать, приятно удивился. Вот, соответственно, здоровье можно ему лямчик сделать. Я даже больше сделал. Здоровье давайте ему в урон сделаем. Мишень получился довольно-таки неплохой. Раскачивается он довольно-таки быстро. Сейчас посмотрим, насколько я ему увеличил дамаг. По идее, я ему должен в два раза увеличить. То есть сейчас примерно около 25 тысяч он должен дамажить именно лапой. На ходу он должен дамажить... А, ну хотя опять-таки же я же больше мог увеличить. Ну хорошо, сейчас найдем кого-нибудь. Своя жертва. БАМ! 24. 24 в натуре. В натуре 24. Вот это я понимаю. 24 так 24. Ну-ка, листозаврик, сорян. Ну-ка, а зубами 42 тысячи. 42 с половиной тысячи зубами. И с лапы 46. Сейчас, давайте вот просто с лапы 46. 800. Так, хавай. 46 800. Давай левел ап. Один раз вкачиваем. Кстати, они прикольны. Они двигаются как положено, мишаньки. И... зубов 43, ну-ка, с лапы 47 800. Короче, один клик, 1000. Неплохо, мне нравится. Ба-бам! Не попал, ни по одному не попал. Но зато с такой скоростью дамага можно просто бежать и жмякать на правую кнопку мышки. И все. И успевает жрать всех подряд. Опять 47 800. Один клик. Ну, так сказать, чтобы быть не пустословом. Ну, алё, блин. Ладно, тебе повезло, короче, будем считать. Бэм, 48, ну да, практически 1000. Вот, соответственно, раз, два, еще 2000. То есть у меня сейчас будет 50 тысяч, примерно 750. Давайте проверим, угадал я или нет. Ёптель-моптель, вот это ты плаваешь. Ну-ка, 50 тысяч. Да, почти 750, даже чуть-чуть побольше. Я почти уж что угадал. И как ты плаваешь у нас? Ты просто сраного как плаваешь. Ёптель-моптель, да это ж катер какой-то. Обалдеть. Вот это, конечно, да. Вот это, конечно, да. У меня ж к мозгу кровь прилила. Прям конкретно от такой скорости. Это круто. Бэм. Два. Три. И победоносный удар! Ну, почти. Вот так вот. Так, давайте сейчас добегу до альфа-чара, у нас такая пьянка пошла. Давайте добегу к какому-нибудь альфа найду и покажу вам, как все-таки ДНК добывать, если вы недопоняли. Ну, и, кстати, вот на Лутецке, которую я сейчас только что вывел, просто заваншотил, так сказать. Ну, не заваншотил, там с пару ударов убил ядовитого... этого... ядовитного карна. Бам. И бам. Оп. И опять бутыльки. Собственно, для чего я их бил? Нужна хилка. Я вкачал немножечко хп до 2 лямов. Короче, вкачал хп, потому что я увидел прайма. Давайте, короче, да. О, вот это, короче, достаточно будет. Отлично. Увидел прайма. И хочу попробовать прайма вольнуть все-таки. Прайма хочу вольнуть. Прайма хочу вольнуть. Думаю, альфа чит, конечно, хорошо. У Прайма здоровья не сильно много. У него около 500 здоровья. Ну, месть. Месть за Мишаню, короче. Мишаня — это Мишаня. Месть за Мишаню должна быть отличной просто. Просто замечательной. Вот. Не знаю, этот, вроде бы этот вальнул. Да, я вроде бы его сюда перегонял и так далее. Так сказать, смываясь от него. Где-то он здесь, где-то он здесь, где-то он здесь бегает, гадость. Вот он где бегает. Отлично. Давайте смотреть, что будет. Так, не, надо на берег выйти. Там в воде все фигово будет. Бам! 55, 55, 55. О, 3500. Вот это я понимаю. Седло, дамаг, все дела. Мишаня тащит. Мишаня молодец. Мишаня может. Мишаня убивает промачей. Прымачей. Вот прикиньте, он станет у меня про... Вот это я понимаю. Экспа, экспа. Больше экспы. Бутыли на экспу выпали. Алазавр. Носорог. Стрелы. Бронька. Бронька была. И опять-таки же альфа-сердце. Очень, очень хорошо. Как видите, очень просто замечательно.
Вот, ну, я так еще не показал, как ДНК добывать, так что пошел искать. Я просто не помню, можно ли с помощью убийства добиться ДНК, или же нет. Ну вот, надо будет посмотреть, или надо обязательно усыпить. Собственно, с этим мы сейчас и разберемся. Вот, собственно, заваншотил Альфа Медведюню. Да, надо обязательно усыплять, чтобы этот добыть. Фигово. Надо обязательно усыплять. Бэм! Бам! Бам! Ну, неплохой медвежонок был. Но, как видите, не, реально, админ просто админ сразу же так сделал, это просто кайфово. Додобир. Костюм Додобир. А ну-ка, Додобир. Нет, у меня не Додобир. А почему? А я надеялся, что у меня будет как Додошка сейчас. Ой. Камешек. Так, ну-ка. Что за фигня? Ну-ка, смотрим. Смотрим вот сюда через текстуры. Ага, конечно, посмотрим, что на натуре. Хламьё. Ага, вот отлично. И? Ага, он стал коричневым. Но мордоси не прибавило. Окей. Ой. Мордочка не прибавилась, зато он стал менее желтым. Ну, все понятно, значит, обязательно нужно оглушать. Обязательно нужно усыплять, так сказать, потом вынимать ДНК, а уже потом делать вот таких вот офигенных просто боевых единиц, которые сделают нас счастливыми. И мы можем сделать чудеса. Да в натуре сдохни ты, в натуре уже. Ты что, такой большой и дерзкий левел, что ли? Опаньки, опаньки. Что там за Альфа Террорберт? А, это, наверное, седло на Альфа Террорберт выбил. Да, вот, седло на Альфа Террорберт. Нехило так хилочек уже выбил. Хилочки выбил, экспу выбил. О, бутыльи пошли. А, самое главное. Вот с этим теперь проблем нету. Токсик Блад. Да, это, пожалуй, самое главное. Бэмс, Пауэркарна на туре. Бэмс, бэмс, Пауэркарна. Ну, как вы видите, проблем с этим теперь нету. В общем, администрация поправила, и это хорошо. Единственный косяк на этом сервере на данный момент, это практически 2500 дней серверу. Но сервер не заполненный, поэтому может быть и не будут делать рестарт и так далее. Так что хранилище. О, прикол. Тихо, что там за шут? А, это, господи, я уже очканул. Так просто бывает, Карна подбегает с такой же фигней и начинает там буянить там. О, ты ж в натуре, я хитин добыл. Все, самое главное, как видите, это добраться до альфача. И я считаю, что лучше всего делать Мишаньку. Мишанька, он вам даст ресурсы. Те самые ресурсы, которые вам нужны. Ну и вы посмотрите, какой просто этот танкер. Это просто какой танкер. Это просто субмарина подводная. Ну-ка, погнали под водой. И никаких подводных лодок не надо. Мы просто газуем. Вы посмотрите. И уже, как далеко от Редвуда, просто не успевает пририсоваться территории. Ну ладно. Все, я и так уже затянул серию, немножко поэкспериментировали, немножко узнали нового. Узнал я лично для себя, что надо обязательно усыплять, и узнал, что нужно обязательно кормить. Соответственно, ну, именно в ДНК-кубе. И, соответственно, рассказал вам об этом. Я перееду с этого острова рано или поздно, так что смотрите сами, если вы будете приходить на сервер. Название сервера я показывал в самом начале, так что, если хотите, то вам нужно посмотреть именно в начале. О, уже жучков добывает. Ну, вот такие вот дела, как говорится. Опять-таки же видели, да, Мишанька, куда мажется дела, так что жучков тоже убивать можно и есть кем. Вот, такие вот дела, все. Он уже отдал мне жука сразу же. Давайте смотреть, что он там вообще может. Не, ну блин, это я, короче, я обязан показать вам. Я в прошлом выпуске не показал, что дает этот жучок. А, все, выключайся. Ну давайте сейчас вот единичку топлива в него закидываем. И смотрим, что он может.
Смотрим, 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 ждем. В общем, пишите, что вы хотите узнать по этому моду. Тяжело вот так взять из головы, выдумать, что же вам показать такого, что же вы еще не знаете и так далее. Крайне тяжело. Поэтому пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я вам показал. Да, господи. Чтобы мне было легче, вам было легче, вы быстрее узнали что-то новое о моде, и вы, и, так сказать, я сделал нормальный выпуск, а не всякий хлам. Потому что, как вариант, следующий выпуск будет о переезде. О переезде, опять проезд. У меня каждый... Через серию у меня переезд. Вот, я как бы просто подумал, блин, я хотел эту серию делать переездом, но решил, думаю, нафиг надо. Нафиг надо, сейчас если я опять делаю переезд, то все, это будет кранты. Блуждание, дебил. Учить блуждание. Ёптель-моптель! Вот это попёрло! Алло! Да ладно! Да ты ж в натуре! Да ты моя прелесть! Вы прикиньте, включил ему блуждание, попёр блуждать. Ёкарный бабай. Ну вы поняли, да, народ? Вот такие вот дела, отключить блуждание. Вот, он уже свой елдак тут поставил уже. И, кстати, какая-то надпись написана. Текст? Да ладно. Динос Суммонер. Ну, это он кубы, чтобы создавать кубы. Обалдеть. В общем, такие вот дела, народ. Как видите, докачаться до сотого левела, сделать пару альфачей и можно без лишних заморочек делать грязные делишки. Но я хочу из него сделать прайма. Я хочу сделать прайма. Для этого мне нужно 30 сердец. 30 сердец мне нужно. Ну, давайте сюда посмотрим. 30 сердец и ДНК Бигфута, к счастью, у меня есть. Да, остается только 30 сердец набить. 30 сердец, это, конечно, проблематичка. Чутка проблематично. Но я думаю, уже к завтрашнему дню я это все сделаю. Вот, что у меня сейчас? У меня сейчас 6 сердец. Спаун. Всех альфачей поправили. С таким количеством здоровья, таким количеством торпора, таким дамагом и выносливостью, я думаю, я просто буду на ура всех убивать. Ну и опять-таки же у меня есть на крайняк бутыли, которые мне с этим помогут. Я его немножечко вкачаю и так далее. Ну, хотя я думаю, бутыли тратить на прокачку такого вмешания нет смысла. Все, на этом все. Я вам показал даже как жуки, так сказать, продолжение к прошлому выпуску я показал. Как видите, даже топливо у меня сраного туча. И у меня теперь добывается кристалл, обсидиан и бензин. Вот такие вот дела. Как добывать жуков? Это в прошлом выпуске. Что показать вам лучше всего, это вы пишите в комментариях, ставьте лайки, если понравилось видео, бла-бла-бла-бла. В общем, все, как обычно, на этом все, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и все в таком духе. В общем, всем удачи, всем добра, всем счастливо, и еще там еще я обычно говорю, я не так сказал, в общем, все, пока.